крайней мере, два способа. Один из этих способов мы сегодня рассмотрим, а следующий мы с вами разберем в другой раз. После обрезки я беру одну из коронок из вот этого набора и вставляю ее в шуруповерт. В этом наборе эта коронка оказалась самой-самой малой по диаметру. И если присмотреться, то она чуть-чуть меньше диаметра 20-й трубы. Специально больше коронку брать не стал, потому что при вращении она дает небольшой люфт. Ну и думаю, при сверлении как раз выйдет в размер 20-й трубы. Коронка мне нужна для того, чтобы высверливать впаянную трубу. Но для того, чтобы ее не било и она была выставлена по центру, мы сделаем еще один очень хитрый шаг. Край нашего фитинга мы немножко проплавим паяльником. Это необходимо для того, чтобы наша коронка стала именно по центру. Теперь охлаждаем. Ну а дальше мы переходим к высверливанию впаянной части полипропиленовой трубы. Специально останавливаюсь и показываю, как постепенно коронка заходит внутрь.